Моя мама была очень счастлива играть эту роль в бассейне, так как эти съемки подарили ей массу незабываемых эмоций, что она снова востребована как актриса, что она снова желанна как женщина. И я была очень рада, что она получила это предложение о съемках именно от того мужчины, от которого больше всего его ждала, от Алена Делона. «Ты меня разлюбил». Эти слова из ее песни Елены стали пророческими. Так как ее последний компаньон Лоран любил мужчин столь же крепко, как и женщин.